прямом эфире на Белгород-24 мы обсуждаем самые актуальные темы из жизни города. 16 марта поговорим о ремонте дорог в Белгороде. Насколько эффективен современный ямочный ремонт? Какие материалы используются для этого? В каких районах города будут ремонтировать дороги в первую очередь? Об этом в прямом эфире поговорим с заместителем главы администрации города Белгорода, руководителем департамента городского хозяйства Алексеем Раванчукевичем. Смотрите прямой эфир 16 марта в 12:00 и повтор 17 марта в 14:00 на телеканале «Белгород-24», аккаунтах «Белгород Медиа» в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. Свои вопросы присылайте в социальные сети ВКонтакте и Одноклассники или в WhatsApp по номеру +7 930 086 24 24.